Майору Сергею Солнечникову, который ценой своей жизни спас солдат-срочников, присвоено звание Героя России посмертно. Сегодня объявлено, что указ об этом подписал президент. Офицер погиб на учениях в Амурской области в прошлую среду. Тогда рядовой неудачно метнул гранату. Она попала в бруствер и отскочила в окоп. Сергей подскочил к солдату, оттолкнул его в сторону и накрыл гранату своим телом. Ранения, которые получил командир батальона связи, оказались слишком тяжелыми. Накануне майора Солнечникова похоронили в городе Волжском, Волгоградской области, где живут его родители. Проститься с героем пришли сотни людей. Многие даже не знали его лично. Те, кто был знаком с офицером, вспоминают, что у него еще с детства было прозвище «Солнце» за умение жить для других. Ему был всего 31 год.